Всем привет! Продолжаю обзор покупок к новому дачному сезону. Приобрела я удобрение. Второй раз беру конский навоз биоудобрение. Тут почти 4 килограмма его. И мне хватает надолго. Добавляю в лунки. Очень качественное удобрение. Приобрела препарат Фитоловин. В том году я такой покупала маленький, 50 мл. Оказывается, у меня остался он. Возможно, что он у меня не один был. И я взяла сейчас 100 мл Фитоловин. Если оторвать здесь бумажечку, то тут будет инструкция написана, как его разбавлять. Он очень мало там разбавляется, капелек. И при замачивании томатов, семян, при поливе в почву, используя его, он идет от бактериальных и грибных заболеваний и для хорошего плодоношения. Используется от семян до самого конца выращивания растений. Я в основном беру для томатов. Первый раз приобрела такой препарат Viva. Это итальянский препарат, тоже повышающий плодоношение. Очень мелко написана там инструкция, надо увеличивать и смотреть, как его разбавлять, тоже 100 мл. А сейчас перейдем к грунтам, которые я уже приобрела. Друзья, перехожу к грунтам, которые я купила на следующий сезон. Биогумус. Я его покупаю ежегодно. 20 литров. Концентрат. Тировита земля. Универсальный грунт. 25 литров. Я взяла 2 мешка. Также грунт универсальный. 45 литров. Это Ткаченко. Так же, как и биогумус этой же фирмы. Тоже покупаю его. Такой большой объем не брала. Кроме того, каждый год покупаю почвогрунт универсальный. Я им уже пользуюсь. Тут тоже 25 литров. Отличная земля. Еще биогумус беру вот такой. Вот такой грунт хороший. Я пересаживаю растения комнатные сейчас. И грунт Агробалт. Земля садовая, 70 литров. Заказывала курьером все. Мне привезли все домой. Такой же Агробалт еще стоит на балконе, 70 литров торф. Такой грунт, друзья, приобрела к новому дачному сезону. Всех благодарю за просмотр.